Именно вырубающее большинство. Я и Олимпийский комитет предлагают вам высокую зарплату и молоко за вредность в новом отделении под моим чутким руководством. Мы так хотели быть известными, знаменитыми, мы так рвались к этому, да, вот мы теперь дорвались до этого, теперь мы говорим, подождите, мы теперь хотим очень сильно заниматься профессией, хотим очень серьезно подходить к своим ролям, да, если бы все наоборот, да. Но мы и тогда серьезно подходили, но сейчас мы там достигли определенного уровня и стали вдумчиво относиться к тому, что мы делаем. Очень хочется заниматься профессией, любимым делом. А теперь мы уже обременены такой историей вокруг, да, что нам приходится еще обращать на тот мир, который действует на нас, который нас давит все время. Давит. Поэтому, ну что делать? Нужно находить свои ходы, свои лазейки, моменты спокойствия, моменты спокойного созерцания, потому что ну, жизнь такая стремительная, просто такой водоворот вокруг нас крутится. Улыбаться людям, быть в хорошем настроении, фотографироваться с ними, давать автографы, когда они просят, интервью давать. Ну, это неизбежная часть того, что ты делал когда-то, да? Это не всегда бывает здорово, приятно и вовремя. Но что делать? Это твоя жизнь, это твоя работа, ну вот твоя чаша. Где источники энергии и всего остального. В ответной любви. Только так. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Чем больше ты в зал транслируешь, тем больше тебе зал отдает свои реакции. Он смеется, он плачет, он переживает. Это тоже энергия, которая считывается и которая остается с тобой. Мы вообще первый раз узнали, что такое, что существует. Кёксюль, оказывается, это такой стиль единоборств корейский. Потом мы посмотрели, оказывается, есть такой китайский вид и стиль саньда, и мы пытались этим заниматься. Да вообще любые единоборства меня привлекают. Ну так случилось у меня в жизни, что мне это нравится. Я не говорю, что я такой драчун там и с утра до вечера готов драться. Нет, я боюсь, как нормальный человек. Но, наверное, из-за того, что я чего-то боюсь, я хочу это преодолеть. У нас же разные страхи нас посещают, и глубины, и высоты, и скорости, и всего. И с этим совсем я пытаюсь бороться. Я не могу сказать, за что я люблю. Я прихожу, да, и готов там взять на руки, тискать все время. Да? Там Петя, который смеется мне, или там Миша, с которым мы играем в хоккей. Чем больше любви ты отдаешь детям, тем больше тебе вернется. И тем больше тем счастливее они будут в жизни. Вот и все. Тебе нужно просто по-настоящему любить то место, ну, в котором ты живешь. Город, страну, не знаю, дом свой. Все начинается с этого. Ты же дома не плюешь, не мусоришь, на пол ничего не бросаешь. Внутри себя начинается разруха, поэтому и герой, он герой и трус, он живет внутри тебя. И кого ты выпустишь на волю, тот с тобой всю жизнь и пойдет. Либо жадный трус, либо щедрый герой. Я всегда говорил, что мужчина должен быть щедрым. Щедрым не только не финансы, имеется в виду, да, а возможность внутренне себя потратить и отдать другому человеку. Это самое главное, что детям отдать, что работе себя отдать, что там, любимой женщине, родителям, Богу, в конце концов. Он должен быть щедрым человеком. Он не должен так говорить, чуть-чуть себя поэкономлю, здесь не буду чуть-чуть. А он должен быть щедрым. Это самое главное. Я знаю, мама мала раму, раму мала маму, но не буду я ампутировать, не буду. Будешь, иначе преступление. Анфис, пойди к Федору Августовичу, возьми результаты биохимии. Любовь,
Она же такая вещь, которую очень тяжело уловить, поймать ее тяжело. Она как эфир, да, раз вдохнул, никогда не забудешь. Но где он находится, никто не может сказать. Это такая очень тонкая материя. Поэтому иногда бывает такое, что даже о ней не сказать. Потому что не знаешь, какие слова ты должен подобрать для этого состояния, для этого чувства. Очень сложная вещь. Она может быть очень резкой и больной. Она может заставить тебя задуматься над своей жизнью. Задуматься над своей жизнью – это тоже любовь. Да, и остаться в этой жизни. Это очень тяжелое бремя и ноша. Любить. И быть любимым тоже. А с другой стороны, она может быть прекрасной. Может подарить тебе свет, радость, детей подарить. Ну, такая сложная штука. Одним словом ее не назовешь. Ну, конечно, я изменился. Конечно, я стал другим. Я сейчас смотрю на детей и говорю, вот у Миши мой характер, вот 100%, да, вот там, или Петя, вот он на меня, там, Володя. И я понимаю, что в каждом есть частичка меня, и я, конечно, узнаю себя там в Маше, в Варваре. Вот. Я не знаю, как, я не помню, какой я был, наверное, какой-то забавный. Но мама говорит, что я много улыбался, много смеялся и был такой достаточно озорной и живой. Получается, много жизней проживаешь, много-много, и забываешь, какой ты был маленький. Может, вернешься? Да я никуда не уходил. Врубающее большинство.